Ну что, люди добрые, всем привет. Смотрим, нейтральная, чек. Ключик возим один, не со всей связкой, чтобы здесь связка не болталась и не царапала мне. Хитро выключаем печку. И выжимаем. Радиоватушин, там что-то непонятное происходит. Выжимаем сцепление, раз так легче заводить, пишут. Учили, говорит, нас так в колледже. А что, может быть, и легче завелся? У меня как бы нету такого. Никогда не практиковал сцепление выжимать. Никогда как бы не выжимал. Всегда траки заводятся без проблем. Ну все, друзья, сейчас качаем воздуха, прогреваем трака, едем на разгрузку. Загрузиться я не думаю, что у нас получится, так как завтра все работают до полдня, так как четверг у нас уже получается Turkey Day, день благодарения. Ну, в Америке уже не благодарение идет, а день турки, так как все турки едят, и они уже забыли, за что благодарить.
чё, народ, где у нас тут Келлер? Вроде тут нема. 25.15. А нам надо 26.01. Вон он, 26.01. Здесь, а? Ё-моё. А чё ж они тут, они пишут, Келлер? А? На билборде не написано компания. Оказывается, 2601, вон второе здание от дороги. Говорит, протягивай вперед. Паркуйся, говорит, на ровное место и все. Так и сделаем. Погнали.
Приехали мы домой, посылочка пришла, точно с Нью-Йорка. В Нью-Йорк шла в Лос-Анджелес, а потом в Вашингтон. Вот прикольно, а? Сейчас мы ее вскроем вот так, ножичком.
Здесь должно быть 4 коннектора. Я взял 4, 2 и 2. Чтобы на фарах у меня тех тоже висели коннекторы. О, это получается 2 фишки. Одну в одну должны входить, по идее. Мне нужны вот эти. Именно вот эти будут вставляться, будут подсоединяться до круглых фар. Так что, народ, есть. А эти два я подсоединю в оригинальный 389. Они копейки стоили, уже даже не помню, $13 или что. И можно будет с фарами продать. И пускай они их лепят куда хотят, не обрезая штекеры. Ну что, народ, взял у тестя пикапчик. Peterbilt одел сбоку, чтобы не так было заметно. И еду в Kenworth до дилера. В Kenworth. По-американски так звучит. Кто-то меня поправлял, что Kenworth. D там никогда не было и никогда не будет. TH произносится как F. Kenworth. Так что, народ, погнали. Заказал пару классных вещей. И сейчас позвонили. Говорит, пришли. Так что круто. Едем забирать. Сразу предупреждаю Тамира и Михалыча. Я еду вас разорять. Так что готовьте кошельки. Вы понимаете, да, о чем речь? Ну вот мы и доехали до дому. Так, народ, я думаю, вы понимаете, да, что это такое? Сейчас мы их вытащим, все покажем. Нашел козырьки. Кто помнит, на моих круглых семенчевых стояли вот такие козырьки. Это называется extra long. Еще 2 таких докупить, и будет прикольно. Они согинаются, кстати. Вот с 7-инча я их согнул, и они подошли на 5 3/4. Так, фары у нас готовые. Будем подсоединять скоро. А вот что у нас пришло. Sears Elite Atlas 2. 2 седлушки. Конечно, запакованные они были. Прикольно, что мятые. Но я думаю, все будет нормально. 2 armrests, 2 подлокотника. И вот этот нижний бейс, вот здесь вот, откручивается. Он снимается, и у тебя получается только вот это. Вот столько у тебя будет на земле оно сидеть. Ну и кто помнит мою пластину, оно прикручивается до этой пластины, чтобы подвинуть сиденье, допустим, отсюда. Сейчас оригинальные дырки вот здесь. Оно прикручивается мертво вот на эти 4 дырки. Здесь же ты можешь его сюда прикрутить, уже 2 инча. Или на последнюю самую. И сидеть прям с палки. То попробуем на последнюю прикрутить ее. И она красная. Так как кто помнит, я ее купил на свой красный Peterbilt. Sit so low. Сидеть очень низко. Вот так вот. Ну и 2 моих брызговичка ждут заднюю бар. Это назад. Ну и еще 1 панелька я покупал. Тоже на красного Peterbilt. Сзади прикручивается stainless steel. У нас панелька лежит до сих пор. Так что есть кое-что. Ну и матрас пришел. Будем распаковывать матрас. Он надувается, воздуха набирает. И становится большой матрас. Так что запчастей много. Будем на этих выходных устанавливать. Я также вам покажу, как эти сиденья полностью откладывать спинку. Так, вот это все. Вот это я разложил, оно больше не откладывается, но оно ложится полностью. Так что я покажу. Вот эту пластмасску надо скидывать. И стопорный болтик убирать. Стопорный болтик убираешь, и оно ложится полностью вниз. Вся спинка. И можно лежать, отдыхать. Значит, народ, за эту пластину, что скажем? Красного у меня как бы в салоне ничего нету, только под капотом. И не хочу ее красить, так как это не краска, это
powder coating, да? Было бы, конечно, лучше, если бы она хотя бы синяя была. Или белая. Ну, белая, не знаю. Один раз наступишь вот сюда, и все, и пятно. Так что пока поставлю красную. Потом, может быть, вторую докуплю. Другого цвета. И покрашу в эту тоже в цвет. Может быть, синюю докуплю. Пока поставлю. Посмотрю, как будет смотреться. Камара рулит по-любому. Honda отдыхает. Значит, снял я. Низ. Уже классно сидит. Низ у нас вот он. Значит, отверстия все совпадают, на которых оно было прикручено. Вот это на первых, допустим, отверстиях сидит. Мы ее ставим на последние самые. Вот так. Все четыре. А отверстия совпадают. Это у нас прикручено было до сиденья. Мы сейчас берем ее, переворачиваем. Вот как это прикручивается на 4 оригинальных, где петербилдовская сидушка прикручена. И вот они у нас 4 отверстия. Все совпадают. Все 4. Тут мы оригинальную сидушку снимаем с петрухи. Прикручиваем эту пластину. Если кто помнит, я ее на Кенверс отулил. Сидушку снял. А болты, вот что болты пришли с ними. Что ж такое? Ничего не делается одной рукой. Вот они у нас болтики. Вот эти. Вот с такой шляпкой. Вот в это отверстие вставляет. Прям в пол прикручивается. И они не подходили в Кенверс, кто помнит. Они толстые. В Кенверсе надо было тоненькие поставить болтики туда. И я не стал заморачиваться. И не стал ее устанавливать на 900. Так как на 900, кто помнит, такая же сидушка была. Атлас 2, Sears Elite. Или там просто Elite написано на старых, на старые варианты. А это уже седлушка прикручивается вот сюда. 4 вот таких болтика. И усе. И все они у нас Allen Wrenches. Такие шестигранники, или как они называются. Так что все четенько. Это у нас получается уже для этих маленьких. А эти без них идут, так как им надо провалиться, чтобы оно было ровно, флаш сидело. И все, я думаю, будет шикарно. Ну и что красного цвета? Может, со временем перекрасим. Но краска будет сдираться, я говорю. Я только ногой здесь чуть коснусь, и краска сдерется. То что, народ, пускай будет красно на черное. Чтобы снять вот эту пластмасску, два шурупика снизу, я уже открутил, прям снизу, и один вот тут сзади. Ну и, конечно, сзади тоненький, здесь потолще. Потомыча просто вытаскиваем и ложим в сторону. Здесь ничего особенного, просто хоузес. Нам надо вот этот механизм разобраться. Ага, немного покумекал. Туда-сюда поопускал. Поменяли стороны. Вот она, ушко. Вот сюда упирается вот этот болт. А этот болт ничего не держит. То мы его сейчас откручиваем, и все. Так как просто вот эта железяка прикручена вот здесь снизу. А это стопорный болт. Он упирается вот сюда. Так, народ, вот он болтик. Вот такой толстый надо Allen wrench под него. И 14 головочка. Вот как я говорю, он там ничего не держит. Просто здесь отверстие, остановка этого. Или здесь надо было срезать грайндером, или болтик откручивать. Все, сейчас сложим и смотрим. Вот так вот. Поняли, да? Так что всему, чему я вас научил, Scratch, да? Вот эту сторону разбирать не надо.
она в правой стороне, ничего там снимать не надо, все доступно сзаду. Здесь на седлушке у нас очень много соединений, всяких разных. Здесь можно было один прямой поставить сразу до пола, кинуть без этого фитинга. И тройничок одеть на эту, на седлушку прямо. Седлушку прямо в нее. Нет, еще какой-то сделали. Это у нас воздух. А воздух — это классно. Пылесосить. Так что нормально. Значит, два болта вон и два болта вот. Сейчас откручиваю это все дело и вытаскиваем сиденье первое. А то у нас просто шкаф, там даже оно не на воздухе, пассажирское. Так что я не знаю, как там Дамир с Михайловичем ездили на этой табуретке. Ну, я тоже без воздуха катался, так что все нормуль. Я ж тоже всегда на опущенном ездил, так как за козырька нам ничего не видно было. Вот, четко садится. Мы сейчас сразу красную пластину прикрутим до пола. Посмотрим, какое будет сочетание. Прикольно ли будет смотреться. Ого. Сегодня и завтра дождика не обещают. Уже сегодня, правда, у нас конец дня. Пока я все запчасти поехал забрал, пока деливери сделали с утра. Так что сегодня много не получится что сделать. А завтра у нас будет грандиозный день. Это если диспетчер не позвонит и скажет: езжай, грузись. На пятницу или на... Так как в пятницу тоже кое-кто открытые бизнеса. Или на понедельник можно еще будет загрузиться. Значит так, народ, не делайте этого дома. Сиденье очень тяжелое. Спускаем воздух. Вот такая красота у нас без сиденья. Сейчас еще то выкину. Значит, одно синее было. Наверное, то оригинальное синее. Под цвет как бы чуть-чуть. Ну, синие некрасивые. А водительское черное. Поменено, наверное, было. Значит, сейчас будете говорить на обла белое или синее. Синее не брать. Синее мне не нравится. А белое, оно будет мараться очень быстро. Как и руль. Ребят, руль надо протирать каждую неделю. Я, наверное, синий все-таки куплю. Не сам руль, а вот эта верхняя часть, она меняется. Так, как я говорил, что мы здесь переделываем? Здесь что-то такое, вот это стапорная ерунда какая-то непонятная. Значит, мы это все с пола снимаем. Здесь такая же самая затычка. Нажимаешь... И, по сути дела, вытаскиваешь. Но оно никогда не вытаскивается. Вот так. Раз только. С пола вытащили.
Ага, я понял, для чего они эту штучку поставили. Сплиттер. Здесь сплиттер, здесь сплиттер. Хотя, с одной стороны, и правильно сделали. Только вот эту нам не надо. Мы вот сюда, наверное, просто засунем. То, что здесь у нас, если откручиваешь, то там колечко сжимается, надо менять. А здесь они просто разрезали и добавили вот такую. И мы сюда воткнем сиденье. А ента у нас прямиком в пол. Вот так будет. Хотя еще надо тройничок. Вот я что и думал. Вот тут в дырке есть, в полу есть дырка. Мы сейчас все это дело пропылесосим, конечно. Мы с этого сиденья, опять же таки, поставим тройничок. Прямо вот вместо этого мы тройничок поставим. О, классная идея. И возьмем на то сиденье, пусть. То, что там воздуха нету, там с пола не идет. Я не хочу еще в полу дырку делать. Чтобы то было на воздухе. Мы по низу пустим, по полу. И все. И будет нормально. Будет ништяк. Не ссы, все будет нормально. Так, кто пообещал мне помыть пол? Желающих нету? Так, народ, выдравил. Зубной щеткой пришлось. Все, вот так половина сделал под сидушкой. Это уже потом. Сейчас прикрутим красную пластину. Посмотрим, как она будет смотреться. Пластина у нас тоже вся в пыли, надо протереть ее. Значит, вот она сейчас увидел. Во-первых, Made in USA, да? Сделано в USA. Iowa. Iowa Customs ее делает. И это специально. Peterbilt Sears Atlas. Именно для этих сидений. Для Sears Atlas. Seat Base Adapter. Вырез специальный для воздуха. Должен вот так становиться. Сейчас посмотрим. Да, вроде как все помещается вместе с этим вырезом. Отлично. Протираем. Чтобы все было по феншую. То, что ей уже сколько? Наверное, месяцев 7 лежит. Так как я на Кенверсе 8 месяцев отъездил. Она пришла, когда я уже Кенверса купил. Петруху продал, пластина пришла. Вот так вот бывает в Америке. Четыре дырки все совпадают. Все наживляем. Не, ну классно, буду сидеть прямо возле заднего матраса в спалке. Восьмигранники. А что, красный Peterbilt, красная пластина. Ее же всю не видно будет. И только буквально вот так будет видно, и все. За сиденье будет торчать. Может даже такую же красную на ту сторону купить, да и не заморачиваться, не перекрашивать ее. Зара побачимо.
Конечно, когда паркет постелим, это будет вообще шикарно. Так что, может быть, постелим, а может быть, нет. Посмотрим. Загадывать не будем. Что-то не хочет идти. Вроде ровно. Вроде ровно. На красном Петрухе, конечно, эта пластинка бы вообще шикарно смотрелась. Так как, народ, она дорогая. Где-то $350 только эта пластина. Если, допустим, вы скажете, о, купи две новых. Ой, все дорого сейчас стало. Ну все, кабину опустошил. Я пока то второе пассажирское сейчас откручивал сиденье. До того воняет. Это сколько я вони убираю. Матрас выкидываю. Новый купил, наконец-то пришел. То есть не купил. Матрасов вообще ни у кого нету. И два сиденья мне привезли. Так что вообще супер будет. Ну и надо проверить, если штифель такой же самый пришел. Что он входит в оригинальную проводочку. Отсоединяем. Ент это у нас. Такой же самый. А этот нам надо. Защелкнулся нормально. Значит, пойдет у нас на фару. Этот вытаскивается. Все супер. Пока подсоединим, вдруг завтра грузиться ехать. Если нет, то с утра занимаемся фарами. Так, народ, у меня уже полный дом внуков. Все как на голову свалились. Так что мы сделаем это быстро. Поздравим подписчиков с днем рождения. Погнали. Первый, Олег Коновалов. Пишет, добрый вечер, из города Самары. Смотрю тебя примерно полгода. Очень нравится, что в конце видосов поздравляешь и передаешь приветы. О, уже внуки вон ломятся в дверь. А я замкнул. Приветы аж с самой Америки. Завтра 24.11 у моей супруги Елены день рождения. Мы вместе уже 28 лет. Если не трудно, то поздравь, пожалуйста, мою Леночку с днем рождения. Коновалов Олег из Самары. Значит, Олежек, привет тебе. И твою супругу Елену поздравляю с днем рождения. Happy birthday из Америки. С днем рождения, дядя Вова. Всех благ вам. Спасибо, что смотрите. Анатолий Губарь.
Привет тебе, Анатолий. У меня тоже было днюха 22-го. Да, стареем, время летит. Не успеваешь оглянуться, а мне только 58. Вот хорошо за позитив такой, а мне только 58. Правильно, так мыслить. Так что, с днем рождения, хоть уже пару дней назад прошло, ну ничего, с днюха тебя. Анатолий, happy birthday из Америки. И привет тебе от дяди Вовы. Всех благ тебе и не болей. Значит, народ, если вдруг кто-то пропустил вчерашнее поздравление, то я это сделал где-то в середине ролика, потому что сидел долго на загрузке, то пробежался, комментарии прочитал и записал. Так как вчера встречался с дядей Пашей, мне уже вечером некогда было монтировать кино. Так что, если вдруг кто-то обиделся, что я вас не поздравил, и не просмотрели весь фильм с начала до конца, то поздравления в середине. Инкогнито, инкогнито. Получается, говорит, меня зовут Ваха. Я с республики Ингушетия. Давно вас смотрю. У меня 24 ноября день рождения. Жду от вас поздравления. А вам желаю успехов во всем. Вы красавчик. Ой, спасибо. Шучу. Шутка из Америки. Значит, красавчик вас хочет поздравить. 100%. Значит, Ваха, happy birthday тебе из Америки. И привет тебе огромный от дяди Вовы из Большой Америки. Вот так вот. Так что, всех благ тебе, здоровья, счастья, любви, ну и всего самого наилучшего. Борис Поляков. Дядя Вова, у меня сегодня 23 ноября день рождения, и я рад его встретить с тобой, дружище. Ну, давай так скажем. Ты там встречаешь его, а я тут. Пойду сейчас кружку чая выпью. Так что по вечерам, ребят, по вечерам я чай пью. А вот днем, когда записываю там ролик, или с утра, то кофе пью. Так что чаи мы тут гоняем на всю катушку. За вечер могу 2-3 кружки своих больших выпить. Так что 100%. Борис, выпьем за твое здоровье. Только чаю. Больше дядя Вова ничего не пьет. Ни грамму. Значит, Борис, happy birthday из Америки, с днем рождения от дяди Вовы. Спасибо, что смотришь. Андрей, пишешь, дядя Вова, привет тебе из маленькой Белоруссии. Меня зовут Андрей Федоров. Завтра у меня день рождения, 24.11, мне исполняется 38 лет. Поздравь меня из Большой Америки. Смотрим тебя с женой Ольгой. Заранее спасибо, всех благ тебе. Спасибо за все благ. И тебя, Андрей Федоров, хочу поздравить с 38-летием. Happy birthday от дяди Вовы из Большой Америки. С днем рождения тебя. Всех благ тебе желаю. Спасибо, что смотрите с женой. С женой Ольгой. Значит, Ольге привет. Спасибо, что смотрите. Doc 89. Значит, доктор 829. Привет тебе. Пишешь, здравствуй, дядя Вова. Спасибо за ваши частые видео. Смотрю с удовольствием. Меня зовут Дмитрий, и я хотел бы вас попросить поздравить мою жену Инну с днем рождения из Америки. Оно у нее 23 ноября. Значит, Инна, жена Дмитрия, доктора 829-го, хочу поздравить с Большой Америки. Happy birthday. Значит, с днем рождения от дяди Вовы. Всех благ тебе, Инна. Не знаю, сколько вам тут лет. Ну, неважно. Все ваше, сколько бы ни было. Так что не болейте, будьте здоровы и счастливы. Алексей Кушнаренко. Здравствуйте, дядя Вова. Спасибо вам за хорошее видео. Смотрю все ваши видео. Дядь Вов, если будет возможность, то поздравьте меня с днем рождения. 23 ноября мне 37. Заранее огромное спасибо, любви и здоровья. С уважением, Алексей. Алексей, поздравляю тебя с 37-летием. Happy birthday от дяди Вовы. Огромный привет тебе с Большой Америки.
всех благ тебе, любви и здоровья. Как ты мне пожелал, так и я тебе от всей души. Как говорится, тем же самым, по тому же самому месту. Ну, это шутка. А вообще, желаю тебе хорошего, такого, знаешь, мужского здоровья. Все, всем спасибо. Всех благ. А я сейчас быстренько смонтирую это кино. И если что, то завтра будем устанавливать фары, седлушки, ну, можешь еще кое-что. Так что всем пока, всем спасибо.